Штаб по ситуации в сфере ЖКХ открыл глава города Алексей Кашаев, обратился к коммунальщикам с просьбой. Наша с вами задача войти в отопительный сезон и не сорвать те графики, которые у нас ранее были намечены, и по сроку особенно, потому что жалоб поступает на тьмущие. Глава города также призвал сотрудников управляющих компаний быть вежливыми и вести себя сдержанно, отвечая на звонки. Жилой фонд отапливается почти весь, но проблемы все же остаются. С 26 по 2 октября на телефон единой диспетчерской службы поступило 1165 обращений граждан на предоставление коммунальной услуги отопления ненадлежащего качества. По-прежнему из ремонта теплосети остаются без тепла 20 домов, 4 по улице Куйбышева, остальные на улице 9-я линия. МУП «Гортепло» обещает завершить ремонт теплосетей в этих районах до конца недели. Татьяна Баловнева, Анжелика Бровинок, «Наше время».